Итак, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. В данном видео расскажу про планировки стандартной ванны 170 на 150 и туалета 80 на 150. То есть ванна 170 на 150 и 80 на 150. Планировки будет 3, ну, одна из которых в двух вариантах изображена. То есть первое, это классическое, когда вы заходите прямо в ванну, справа стиралка, слева мой додыр. Минус в чем? Как правило, бывает такое, что стиральная машина торчит в проем, и вот этот вообще промежуток очень маленький остается. Компоновка классическая, ну, здесь как бы полотенцесушитель сюда переезжает. Раковину можно использовать классического типа, готовый вариант, либо столешница с ногой, которая упирается в ванну, для того, чтобы туда не попадали капли. Вот этот вариант чуть подороже. Туалет во всех четырех случаях одинаковый. В моем исполнении горячая труба, которая идет возле стены, вот здесь возле двери, она уходит по полу за унитаз, тут поднимается и возвращается по потолку на свое место и к соседям. Вот. Люк за унитазом всегда рекомендую ставить мебельный, он большой, через него и бойлер, и все, что хочешь, пройдет, и любое обслуживание труб внутри люка тоже можно будет выполнить. Унитаз может быть обычным, может быть подвесным. Следующий объект. Так, этот вариант называется классик за счет расположения, то есть типового расположения мебели внутри ванного помещения. Следующий. Я его называю капля, потому что выглядит в виде капли ванны. Значит, помещения размеры те же остаются. Так, ванна у нас получается в виде капли. Это для тех, кто хочет вот этот проход иметь побольше, чуть-чуть пространства. А вот с этой стороны можно поставить столешницу от стены до стены. То есть либо первый вариант вот как здесь, второй вариант от стены до стены. Столешница может быть как из акрилового камня, более дорогой вариант, 30-40 тысяч и выше за вот этот размер. Либо можно из ДСП, как на кухню, где-то 3-4 тысячи она будет стоить, главное ее правильно загерметить по периметру. Также зеркало во всю ширину стены и полотенцесушитель с правой стороны от зеркала, потому что только туда он ставится. Туалет у нас всегда остается в едином исполнении. Так, это второй вариант. Третий вариант. Третий вариант как раз делится на два подварианта. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас дверной проем смещается максимально вправо, оставляя небольшую только отбортовку от стены, чтобы примыкание было правильное. Вот здесь. И для того, чтобы от ванны тоже отбортовка была, чтобы здесь ничего не мочило наличник. Вот. Стиралка в данном случае у нас уезжает в какое-нибудь другое помещение. Здесь становится ванна, раковина шириной метр, ванна 150 на 70. Дверной проем становится шире на 10 сантиметров. Если в предыдущих исполнениях дверной проем у нас 60-я дверь, то здесь можно воткнуть 70-ю. Как, ну, для симметричности, чтобы это симметрично смотрелось, все подходит 70 и сюда, и 70 также подходит и в туалет, потому что ширина от стены до стены у нас 80, поэтому 70-я дверь сюда тоже встает нормально. Вот. И четвертый вариант под тип текущего. Это все то же самое, за исключением того, что стиралка остается в помещении. Но таким образом мы жертвуем шириной раковины. Раковина и тумба у нас очень узенькие. Тумба где-то 35 по ширине, раковина, соответственно, тоже. Вот. Это три основные планировки, которые можно осуществить в помещении 150 на 170. Санузел всегда остается один и тот же. Вот, можно поиграть только шириной двери, размерами ванны, размерами раковины. Только вот такие варианты. Так что вот из этих четырех и выбирайте, что вам предпочтительнее. Спасибо за просмотр.